«Сибирские сказки» — это очень добрый и, как получается, большой проект, который посвящен 12 уголкам и символам Сибири, Новосибирска, которыми гордимся мы с вами, горожане, которыми гордится весь мир. Нам очень хотелось показать детям и их родителям, как прекрасен, как богат наш край и как мы можем им гордиться вместе. Самое главное, самое ценное, что есть в этой книге, это 32 музыкальных произведения, которые были записаны солистами филармонического камерного оркестра. Это очень хороший шанс для детей и их родителей, для самых маленьких слушателей впервые познакомиться с миром академической классической музыки в исполнении наших солистов. Все персонажи, которые встречаются в этой программе, в этой книжке, в этих сказках, это все, что мы можем наблюдать в наших сибирских широтах, в наших краях. И отсюда, конечно, отдельная гордость и радость. То есть, когда вот наше исконное, сердечное, душевное таким образом обнаруживается еще в такой потрясающей форме, я считаю, это дорогого стоит. Концерт, который ставится по этой книге, планируется, что это будет цикл концертов. Мы рассчитываем, что малышам это будет хороший способ впервые послушать классическую музыку, одни из самых ярких произведений великих русских композиторов, ну а детки постарше смогут также подумать над словами сказки. Надеемся просто хорошо провести время вместе.